Приветики, мальчики, в честь 20-летия мега-крутого аниме Наруто выходит новая игра серии Шторм. Она будет называться Наруто X Боруто Ultimate Ninja Storm Connection. В этой игре вас ждет самый большой выбор игровых персонажей за всю историю Наруто Ultimate Ninja Storm. Игра выходит в этом году на ПК, компьютер и другие консоли. Появился официальный трейлер сюжетного режима. Давай-ка заценим его. Для подростков. В честь 20-летия Наруто. Как же это случилось? Так, дождик. Все началось с чего-то такого незначительного и маленького. Как далеко вы зашли? Готовы ли вы идти дальше? Вперед! Подождите! Вы что, всерьез собираетесь на войну? Весь мир желает комфорта. Ты неудачник. Сейчас все не так, как в прошлый раз. Я ничего не знаю, что происходит. Вы так добры ко мне. Я рад, что узы так легко разорвать. Ты не сможешь исполнить свое желание. Никто не сможет меня остановить. Лорд Пейн будет стремиться к власти. Что же это такое, черт возьми? Пятая великая война ниндзя — это всего лишь вопрос времени. Я не позволю вам этого сделать. Я хочу принести боль всему этому миру. Вот это да, вот это страсти мордасти. Получается какой-то разрыв башки. Что происходит, непонятно. Но кажется, скоро случится какая-то масштабнейшая война по лору, по сюжету новой игры. В общем, как всегда, Наруто прекрасен и великолепен. Очередная хорошая файтинг игра появится уже в этом году. И это просто замечательно. Отличная графика, прекрасные спецэффекты и все это цветное. Просто супер. Будем ожидать. Это Антивирус был. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал за новыми видео. Пока-пока и клонируйте мои бока.